Пресс-конференция с руководителями подразделений управления Министерства внутренних дел в Севастополе началась с пояснения обстоятельств инцидента в ювелирном, в результате которого сотрудник отдела ГСО застрелил охранника из соседнего магазина. Сейчас расследованием занимается прокуратура, а вот следствие по другому делу о пропавших девушках продолжается, заверил Константин Цыпкало. По каждому делу многочисленные тома наработанные материалов, то есть это и видеоматериалы, что касается Вахниной, полностью был исследован берег, береговая зона, то есть полностью разбиты по секторам, есть карты, есть видеоматериалы с использованием и фототехники, и видеотехники. Сейчас отрабатываются все возможные версии. Обследована территория и акватория с привлечением специалистов государственной службы по чрезвычайным ситуациям и дайверов, говорит Константин Цыпкало. Не менее тщательно искали и россиянку. В прочесывании местности, помимо сотрудников управления Министерства внутренних дел, участвовали спасатели и военные. Мы промониторили ее движение, нашли примерное место, где она находилась, откуда был отследован последний звонок. То есть прошли все эти места, но, к сожалению, не нашли человека. То есть говорить о том, что в отношении там было совершено убийство, тоже невозможно, потому что следы, там место осмотра делали, и где они останавливались, и где они проживали, ничего не говорит о том, что было какое-то насилие в отношении ее совершено. Опроверг первый заместитель начальника управления Министерства внутренних дел Севастополя и информацию об обнаружении телефона исчезнувшей экстремалки из Питера. Там была информация о том, что мобильный телефон был найден, который принадлежит ей. Но фактически это телефон не ее, потому что там сделали более глубокое исследование, там посмотрели телефонную книгу и все остальное, связались с человеком, с этим, в течение обстоятельств человек просто потерял телефон. В свою очередь Сергей Помелков прокомментировал сообщение об избиении сотрудниками «Беркута» человека у 44-й школы. По данному факту возбуждено криминальное дело. Тот потерпевший, скажем, этот бывший сотрудник милиции, который, в принципе, знал сотрудников «Беркут». На сегодняшний день, если брать вот на сегодняшний час объективную информацию, информация о том, что ему были причинены телесные повреждения сотрудниками «Беркута», нет. Но проверка проводится. Я хочу вам сказать с полной уверенностью, что будет дана объективная оценка данному происшествию. Что касается обнаружения пожилого мужчины, пролежавшего в своей квартире по улице Макарова около месяца, то по данному факту будет проведено служебное расследование и сделаны соответствующие выводы, заявил Константин Цыпкало. Впрочем, никаких сложностей по реагированию на подобные обращения граждан он не видит. Тут ничего сложного нет на сегодняшний день. Даже если человек проживает одинокий один, то есть факт поступает в дежурную часть, регистрируется этот факт в наших журналах соответствующих, мы регистрируем по сообщению, допустим, там, что труп в квартире, берем санкцию через прокурора в суде, то есть имеем доступ к квартире, вскрываем квартиру и в присутствии, естественно, понятых, там, общественности, и делаем осмотр. В завершении пресс-конференции Сергей Помелков заявил, что считает обвинение в участии милиционера в выселении людей из дома по улице Молодых Строителей 14 и событиях в Садовом товариществе «Фиолент» необоснованными. Сотрудники УВД лишь следили за соблюдением общественного порядка, заверил он. Владимир Сорокин, Денис Александрович. Программа «Наше время».